будет посвящение в директора. Итак, 6 лет назад наша Татьяна вступила на путь. Сегодня уже несколько раз говорили о том пути, который ведет к успеху. Итак, 6 лет назад она прошла так. Татьяна Викторовна, надо разуться. Надо разуться. Да. И команда ее вывела. Команда ее. Команда. Где команда? Иди выводи. Выводи ее, веди. Да, выводи. Веди ее. Веди. Привела на путь, усыпанный лепестками роз. А почему именно лепестками роз? Развязываем глаза. А почему именно лепестками роз? Вот сейчас Татьяна Викторовна нам сдаст экзамен. Скажи, пожалуйста, что означает эта роза? Что такое роза? Стебель розы говорит о том, что это символ. Символ уверенности. Компании Мэри Кей. Символ, роза – символ компании Мэри Кей. Да? Я об этом сейчас говорю. Так, стержень – это приоритеты компании, вера, семья, карьера. Основной принцип – относись к другим так, как вы хотели, чтобы относились к вам. Ну и Мэри Кей всегда говорила – иди и отдавай. Мы, наверное, педагоги всегда это делали на учительском поприще, но и сейчас я тоже готова идти и отдавать. Листья говорят о том, что есть у стержня свои побеги, свои ростки. И это новые члены команды, наши клиенты, которые нас поддерживают. Цветок, сам бутон говорит о том, что это красивый бизнес, мы несем красоту в этот мир, мы улучшаем жизнь женщин. И вот таким цветком каждая становится. Вначале она бутон, а потом раскрывается и становится красивой розой. Спасибо. Еще на этом пути тебе понадобится волшебная палочка. Мы уже сегодня говорили о том, что мы феи, которые возвращаем красоту и молодость. Еще на этом пути, вот почему еще роза-то у нас символ, что у нас не всегда путь наш усыпан розами. Шипы еще есть. У нас на розе еще и шипы есть. И всякое в жизни бывает. И когда становится не совсем ясно и не совсем понятно, нам пригодится фонарь, который осветит путь. И осветит что-то, что тебе будет непонятно, что тебе будет неясно, он будет тебе тоже светить. Еще тебе, как и нам всем лидерам, директорам, в этом пути нужно большое и наполненное сердце. Сердце, которое, ну, мы лидеры все данка. Все данка. Что сделаю я для людей? Сильнее грома крикнул Данка. И он разорвал руками себе грудь и вынул из нее свое сердце. И высоко поднял его над головой. И она сияла так ярко, как солнце. И ярче солнца. И весь лес задрожал, освещенный этим пламенем великой любви к людям. Татьяна несла эту великую любовь к людям в школе. А сейчас она будет дарить возможности вам. Будет дарить вот это пламенное сердце вам. И для этого в этом году компания нам дарит вот такие крылья. Татьяна. Крылья. Вот такие крылья нам в этом году подарила компания. У нас будет цвет директорского костюма розовый, и поэтому
вот такой шарф, вот такие крылья нам компания подарила. Добрый путь! Когда я увидела эти крылья, у меня фамилия как Алексеевич. Фамилия Крылова, благодаря мужу. Я когда увидела эти крылья и подумала, это мое, это символ. Это мое! Сам Бог не велел в этом году сделать программу. Вот так вот, такова история успеха. Спасибо, Наталья. На этих лепестках вы можете сфотографироваться потом, попробовать, но желательно босиком. Я поздравлю тоже сейчас Татьяну. Ну, так что там могут сказать педагоги, такие прекрасные слова, да, которые сейчас Надя сказала. Татьяна, я тебя хочу поздравить с получением прекрасного статуса. Это такое значимое событие в твоей жизни. Вот я стою и волнуюсь, как будто это мое мероприятие. Прям вот я вспоминаю 8 лет назад, как я тоже делала дебют свой, и вот это вот трепетное волнение, оно присутствует. Я тебя знаю давно, и я хочу сказать, у тебя такие прекрасные качества. Ты очень добрая, лояльная, отзывчивая. Ты профессионал своего дела. Поэтому, может быть, моя энергетика с твоей, вот мы подходим по энергетике, мне очень нравится с тобой общаться и нравится с тобой сотрудничать. И я хочу поздравить твоего мужа, который поддерживал твою программу, твою команду прекрасную, потому что команда, да, кто знает, команда — это тоже главное в лидерской программе, потому что не было бы команды, да, не было бы и нас, лидеров. И хочу тебе пожелать успеха, карьерного взлета до звезд, чтобы в твоей команде были красные пиджаки, звездные консультанты, шмели, ты сама шмель, и в команде девочки тоже со шмелями. Я хочу тебе подарить вот такой вот клатч, тоже в стиле сейчас розового цвета. Спасибо, девочка, спасибо. И хочу еще такие слова сказать, мне очень нравится. Компания Мэри Кей для всех женщин, но не все женщины для компании Мэри Кей. Те женщины, которые увидели возможности в компании, они делают карьеру. Потому что, ну, как бы по нашему опыту, да, я тоже работала на разных рабочих местах, то есть я не получала того, что получаю в компании. Это признание, это личностный рост, это доход прекрасный, путешествие. Поэтому я желаю вам, кто еще не в компании Мэри Кей, стать консультантами по красоте, а кто же консультанты, шагать по лестнице успеха и найти свою мечту, зажечься сегодня на мероприятии и осуществить свое намерение, то есть начать действовать. Так что я желаю удачи бизнес-группе Татьянина и Танюше тебе. Спасибо. И эта компания не для богатых, а для умных женщин. Ой, Татьяна, тебе для твоего офиса, да, спасибо, Галина, тебе для твоего офиса вот такой волшебный шкафчик. Вот это не просто чемоданчик, это вот, это просто, это шкаф. Это вот такой шкаф для косметики. Вот. Это тебе для офиса и для путешествий. Это вот такой вот тебе подарочек. Путь. В общем, все, ну все для тебя, да. Все, спасибо, Надюша, спасибо. И буквально два слова я хочу сказать Алексею. За каждой, говорят, успешной женщиной стоит умный и правильный, сильный муж. И это очень, вот это очень серьезно и трогательно, насколько я столько лет за вами наблюдаю, вот всегда тихо, так спокойно, незаметно, никогда ничего, ну мы, по крайней мере, мы это ничего не видим. Что вы там у вас дома, это.
Но он всегда помогает, он настолько помогает, потому что, ну, Татьяне бы просто не вырасти, если бы не Алексей. Спасибо, Алексей, тебе за помощь. И еще спасибо, твоим родителям, ну, вашим родителям. Я даже язык не поворачивается сказать, что свекровь и свекор это просто родители, они вот настолько. И бизнес-партнеры, потому что огромная благодарность и им за помощь Татьяне, вам, и вообще семья уникальная, Галина, сестра, муж, это просто уникальная семья, и спасибо большое, Алексей. Ну что еще, у нас еще... члены команды, которые могут претендовать на то, чтобы постоять здесь. И это те, кто, вы можете прям даже разуться, те, кто ежемесячно вкладывает от 6, от 7 тысяч в заказ. Ежемесячно. Наш клуб постоянства. Это Кузнецова Елена. Елена, пожалуйста, сюда. Три базовых. Так. И это тебе подарочек, можешь постоять здесь. Это тебе подарочек. Вот. Вставай, не стесняйся, чтобы потом понять, что это такое, наши лепестки роз. А, хорошо, да, хорошо. Хочется теперь следовать вредным и полезным советам. Да. Хочется идти и работать. Ну, вдохновляйся. И сейчас сюда же я приглашаю Елену, можете быть свободным, аплодисментами. Сейчас я приглашаю тех женщин, которые стабильно, ежемесячно вкладывают от 16 тысяч в заказы. И это Митяева Татьяна, пожалуйста. Вот. Постойте, вдохновитесь. Да, вдохновитесь. А вы потом все каждый вот постоите, посмотрите, что это такое. Итак. Мы на ощупь потом будем знать. Да, что это такое. Вдохновляйтесь. Итак, Татьяна, хочу тебе за твой клуб постоянства сделать вот такой вот подарочек. Пожалуйста. Ты сегодня около этого сундучка мылилась. Долго же думала, что это такое. Это подарочек. Мне так всегда нравится свет ее глаз. Она всегда такая позитивная, такая яркая, такая, ой, такая молодец. Вот, за твою улыбку. Для косметики. Отлично. Ну, а Галина, а у Галины ха-ха, у нее первая звезда в этом квартале. И поэтому и клуб постоянства, и первая звезда. Ой, чего только у нас под скатерочкой нет. Так вот, розовые чемоданы. Опа! Пожалуйста. Это за твою звезду, а внутри это матрешка, а внутри еще один чемоданчик. Вот, это для... Опа! Для ручной клади. Вот, это за то, что клуб постоянства у тебя 8 базовых был, постоянно, а тебя я вижу очень редко. А как приятно, когда в компьютере вот эти цифры появляются. Как здорово, когда есть надежные люди в команде. О, когда знаешь, что это будет, это точно будет посчитано. Пожалуйста. Спасибо большое. Вам чемоданчик. Теперь слово. Когда мужчина приходит уставший, ничего не хочет уже, предложите ему вечером гелевую увлажняющую маску на ночь, которую не надо смывать. Главное, скажите, что ее смывать не надо. Это самая фишка.
Ты сегодня сделала мне маску, которую не надо смывать. Да! Ой, уже можно. Утром просыпается, как огурчик, и идет на работу зарабатывать день. Отлично, там действительно.